Под котом подразумевает под собой фестиваль игры в первую очередь. И мы взяли такой тезис для себя, что играющий город – развивающийся город. В этом году мы говорим про игру и игрушку, и о том, что игрушка – это тот самый инструмент, с помощью которого как раз может происходить развитие. У нас есть и мастерские, у нас есть и игровые площадки на фестивале, у нас есть некий исторический экскурс. Кроме того, есть такие игры, как, например, «Игры слов», да? И почему игрушка? Ну, потому что маленький ребенок, он в мир человеческой культуры попадает с помощью игрушки. Вряд ли кто-то из родителей покупает ту или иную игрушку, задумывается о том, посланником какой концепции культурной эта игрушка является. Сейчас на прилавках очень много игрушек, многообразие различных, разных производителей. При этом дети покупают, родители покупают детям игрушки, но мы видим такую удивительную картину, что дети перестали играть в игрушки. И игрушки перестали становиться инструментом, да, их отыгрывания, присвоения той или иной ценности. И они стали выполнять функцию объекта обладания. И это беда.